Прадедушка Гордеев Аркадий Игнатьевич, 23 сентября 1928 года рождения. Родился в деревне Уткино. Эта деревня во время войны была сожжена, и немцы гнали прадедушку в концлагерь в Латвию. Его семья жила на хуторе и вынуждена была работать на немцев. Дедушка был мальчиком. Он очень любил мастерить самодельные игрушки. И однажды он смастерил танк и пустил его. Когда он играл, он кричал: «Наши победят!» Поэтому полицай, который следил за порядком, плеткой бил дедушку. А папа за него, Игнат, заступался, и грозили его расстрелять. В 1944 году советская армия освободила семью дедушки. Они вернулись домой. Но так как деревня Уткино была сожжена, то рядом решили строить новую деревню, которая называлась Засека. А потом ее переименовали в деревню Тухтово, где я часто бываю со своими родственниками. В нашей семье помнят о прадедушке.